Паш, привет! Привет! Да, рад тебя приветствовать в нашем волейбольном кемпе в Таиланде. Вот, расскажи, пожалуйста, из какого ты города и как давно занимаешься волейболом? Я из Эстонии, родился в городе Нарва, сейчас живу в Таллине. Закончил спортивную школу «Энергия» в Нарве. В принципе, со школьных лет, наверное, класса 6-7 начал заниматься классикой. Прошел всю спортивную школу. Потом на учебу перебрался в Таллин. Там играл в любительских чемпионатах. И вот последние 2-3 года занимаюсь только пляжкой. Да, то есть ты уже прям вот совсем-совсем в пляжку ушел. Uh-huh. Вот скажи, пожалуйста, а когда в классику играл, удалось ли тебе получить какой-то разряд? Или, ну вот, у нас, допустим, есть там первый взрослый, кандидат в мастера спорта и так далее. Вот у вас есть? Ну, у нас таких разрядов нету. У нас просто, когда в спортивной школе, нас лицензируют. Uh-huh. То есть лицензионный игрок, он в каких-то любительских не может играть. Uh-huh. Вот. Потом по истечению срока лицензии все, в принципе, можно играть уже во всех. И потом, когда уже в старшем возрасте, вот после универа, когда играл, но в первую лигу так и не попал в конце. Вот, так что нету таких никаких знаменитых регалий или что-то такого. Супер, да, но играешь ты на достаточно таком хорошем продвинутом уровне. И можешь сказать вот по поводу участия в турнирах, да, в каких-то турнирах ты участвовал, занимал ли призовые места? Да, конечно, у нас по всей Эстонии очень широко распространен волейбол, особенно среди любителей. Понятно, профессионалы это отдельное, а любителей очень много. И классика, и пляжный. И пляжные очень часто проводят соревнования во всех пляжных точках Эстонии. И там несколько лиг, А, Б, С, Д, любые лиги. Конечно, занимали и первые места достаточно часто в Б-лиге. Вот. Так что есть куда стремиться. Дальше только вперед. Да, супер. Скажи, пожалуйста, вот бытует мнение среди любителей, что в волейбольные кемпы приезжают одни новички. Вот, и то, что продвинутых игроков здесь совершенно нет и не с кем тренироваться. Вот давай, допустим, вот на примере кемпа в Таиланде, который у нас уже подходит к концу, да, скажи, пожалуйста, как тебе вот уровень ребят, которые здесь тренируются с тобой в группе? Во-первых, хочу сказать, что очень понравился вот ваш подход к кемпу. И очень много информации, дополнительной информации может найти любой игрок любого уровня. Это будет интересно как и более профессиональному игроку, так и любителю начинающему. Просто у более профессиональных игроков уже такие вопросы с заковыркой получаются. Нюансики. Смотри, давай конкретно вот про тебя поговорим, да? Ты уже игрок с большим опытом, у тебя школа спортивная, у тебя уже 3 года чисто пляжки, да? Mm-hmm. Вот лично ты узнал для себя что-то новое в волейбольном кемпе? Или все, в принципе, было понятно изначально, просто наработал количество касаний и на этом все? База, конечно, она одинаковая. Узнал новые упражнения, полезные там для растяжки и так далее, для тренинга каких-то элементов. По тактике тоже вот у тебя узнавал вопросы, конкретно меня интересующие. На самом деле полезно, очень полезно. Супер. И еще такой вопрос, возможно, покажется странным. Что тебя заставляет вставать в 6 утра на тренировку? Интересный вопрос, да. Это самомотивация, какая-то, это удовольствие от игры. Вот. Особенно я почувствовал этот кайф вот в пляжном волейболе больше. Что ты как бы играешь для себя, для своего удовольствия. Не на какую-то команду, как в классике, на кубок какой-то, а именно чтобы самому кайфануть. И, конечно, хочется меньше разочарований в соревнованиях, и поэтому хочется потренироваться, все отработать в этом плане. Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, какой самый большой
плюс пляжного волейбола? Ну, не по сравнению с, там, с классикой, да, а вообще в целом, вот, что тебе больше всего в пляжке нравится? Вот почему ты решил, что это тот вид спорта, которому ты хочешь посвятить там, себя сейчас? Ну, зачастую пляжка все-таки на пляже происходит. Солнце, водичка, море. Вот, и классные люди, общение, и, не знаю. То есть этот вид спорта нравится, применим на море, такой. Применим на берегу, на пляже, и прикольно то, что можно совмещать там активный отпуск, волейбол и... Да, да, особо не нужно подготовительных никаких сооружений там, просто сетку натянул и все, и пошел. Да. Сетка, мяч, да, и погнали играть. Да. Супер, спасибо тебе большое за интервью. Спасибо, вот, да. Спасибо вам за организацию кемпа. Все, супер, спасибо.